Вот какая фацелька выросла. Вот я сейчас попробую показать. Вот уже бутончики. Тут бутончики начинаются. Вот он. Часть огорода засеяна фацелией. Сейчас покажу еще. Ну, видно, вон уже бутончики начинаются. Это мордовник, но его очень мало у меня. Очень мало, и забило его. Это самое. Все забываю. Донник забил его. Донник попер вообще страсть. Мордовника мало, поэтому кусточки будут. Но они мне как на семена пойдут. Вот мордовник. Вон мордовник. А донник уже вот начинает. Высоту сейчас покажу примерно, какой уже донник. Где-то сантиметров 15-20. Тут полоска еще по цели. Вот. Так это пограничная. Мороз был, картошку побил. Чуть-чуть ранее подбил. Вот. Смородина уже тоже отцвела. Уже вот видно, что на ней вон уже ягодки завязываются. Вот они. Ну, виноград он как бы пошел расти, но вот эти похолодания, все так вот, вот уже свежий отросток этого года. Вот они ждали. Вот, кстати, цветочки, но бутоны. Сейчас попробую сделать вот так вот, как бы. Вот видно, что бутончики, вот они пошли, скоро будет цвести кисти будущие. Здесь тоже, ну, сорта разные. Клубника цветет, но что, холодно. Так, пчелки надо вылетают. Вон небо, какие облака, тучки. Вот белый виноград. Такой вырастает дольками. Ну, типа дамский пальчик. Вот. Это сорт. А вот здесь вот такой зеленый круглый. Вот этот вот тоже пошел расти потихоньку.